понятно. Мы хотим мобилизовать гражданское общество, мы хотим мобилизовать гражданских активистов, мы хотим объединить всех патриотически настроенных граждан. Это самое главное для нас. Но, естественно, мы будем проходить вот эти все вот эти необходимые процедуры, мы будем это делать. Мы будем встречаться, мы будем разговаривать. Абсолютно нам нечего бояться, мы открытые, мы прозрачные. Мы будем это все проходить, мы будем идти, мы будем собирать учредительный съезд, мы будем создавать организационный комитет. Идти прямо в народ и начинать разговаривать с ними, объяснять. Они же наши люди, они хотят ответа на что-то услышать, что-то хотя бы. Мы, как народная партия, должны стать конкурентами партии «Нур Отан», чтобы, видя, что мы наступаем им на пятки, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства. Голые слова. Хоть кто-нибудь что-нибудь предложил бы, как это сделать, и показал бы. Мы будем стремиться. В конце концов, мы добьемся этого. Но работать будем даже без вне, так сказать, регистрации, что ли. Мы пойдем на выборы без компромисса, с поддержкой общества и пойдем в условиях противостояния. Чтобы создать политическую партию, я должна собрать 40 тысяч подписей с 2/3 Казахстана. Это я должна почти весь Казахстан объехать, собирая подписи. Но так как я выходец из народа, у меня нет денег. Мы соберем не 40 тысяч подписей, мы соберем 100 тысяч подписей. Мы будем идти в народ, мы будем разговаривать. Наверное, главный вопрос скажешь, прямо на голосах, по сам всех лахтах кетпистам. Народ сейчас един. Понимание того, что нужны перемены. Я хочу быть глашатаем этих идей, я хочу быть проводником этих идей. А критика будет... Экономика должна работать не на интересы узкого круга олигархов, а на интересы всего народа. Полиция не должна гоняться за бабушками и детьми, которые посмели выйти на митинги. В стране не должно быть политических заключенных. Не должно быть гонений за инакомыслие. Но мы это сделаем, и во втором туре мы окончательно выборы выиграем. Все зависит от нас. Все зависит от нас. Наблюдатели – это сегодня спасение страны. Мы начнем жить в новом, демократическом, открытом и справедливом Казахстане. Выйти на митинги 9 мая, 31 мая. Даты мы сообщим дополнительно. Создавайте ячейки. Ячейки, объединяйтесь, готовьте политические забастовки, экономические забастовки, арестовать политическую верхушку и привлечь к ответственности всех тех, кто выполнял их преступные указания. 9-10 июня общенародный освободительный протест. Мы призываем наших граждан объединиться. 6 июля у Нурсултана Назарбаева очередной день рождения. Ему 79 лет. Если вы хотите действительно жить в независимой стране, выходите на митинг 26 октября в 14:00 для того, чтобы мы построили действительно республику. Алга, Казахстан! Біз Қазақстан деген ұлы елдің халқымыз. Біздің таңдауымыз бар. Шал дұшпан, қазақ аттан. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға тіркеліңіздер.